В районе 8 вечера на пульт дежурного поступило сообщение о возгорании на улице Нагорной. К моменту приезда пожарных огнем был охвачен сарай. В результате он уничтожен полностью. Никто не пострадал. Ущерб, нанесенный собственником, устанавливается, как и причина возгорания. Предполагаемой причиной пожара послужил поджог. В настоящее время материалы дела переданы в МО ВД России Искитимский, который в дальнейшем установит точную причину пожара.